Нарисованная сказка – проводник между слышимым и видимым миром. Попробуйте убрать рисунки из книги, и вы увидите, как сказка высохнет и сожмется. Не случайно даже взрослые любят книжки с картинками. Художник-иллюстратор, особенно современный, наверное, это тот художник, для кого вообще нет никаких ограничений. Вообще просто. Иллюстрацию можно рисовать чем угодно. Карандашом, песком, пластилином, красками, фломастерами, чем угодно. Вот мы постарались, чтобы дети, чтобы представить все разные всевозможные техники. Студия «Калибри» известна своей разноплановостью. И в этом году вместе с юными художниками преподаватели постигали довольно молодую профессию – профессию художника-иллюстратора. То, что вы рисуете, то, что вы занимаетесь настоящим творчеством, отрываетесь по полной, как говорится, при этом не забывайте о школе, о академическом рисунке, но у Люды Пронкиной особая масть, как говорится, особая статья. Ее студия всегда выделялась каким-то мощнейшим выплеском таких эмоциональных работ, чувственных работ. И в сочетании это дает очень сильное будущее. Мы внимательно смотрим за вами, и те, кто захотят стать по-серьезному художниками, мы не пропустим, я надеюсь, вас, ребята. Для иллюстратора нет творческих ограничений. Можно рисовать в разных техниках, пользоваться необычными художественными материалами и даже быть немного соавтором писателя, внося свое видение и интерпретацию сюжета. Это жук-ковбой. Он был сделан с натуры, но потом он превратился в мультяшного жучка, к которому я привязалась и хочу шить игрушку. Это батик, роспись по шелку. Я знакома 5 лет с ним. С самого начала моего начала искусства я вот познакомилась с этой техникой. Мне она очень нравится. В центре внимания юных иллюстраторов в этом году была книга Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Вся выставка посвящена 80-летию этой прекрасной сказки. Читали ее мы, читают наши дети, уже внуки, наши мамы читали. Поэтому 4 поколения любимой книги. Мы были иллюстраторами. Иллюстрировали не только эту книгу, мы иллюстрировали еще несколько других книг, но это у нас как бы во главе экспозиции «Волшебник изумрудного города». На выставке, посвященной 80-летию книги, будут представлены иллюстрации не только к «Волшебнику изумрудного города», но и к другим детским стихам, сказкам и даже книгам-картинкам собственного сочинения. Возраст художников от 4 до 11 лет. Дополнят экспозицию плакаты, леттеринги, керамика и инсталляции. Их авторство принадлежит ребятам чуть постарше. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».